соответствии с профессиональными стандартами, вот это профессиональные стандарты. И помимо этого еще существуют этические нормы, которые разработаны самими журналистами в журналистском сообществе и чему мы должны абсолютно полностью следовать. Журналист всегда пишет на актуальную тему, социально значимую, то бишь она интересна не только одному человеку или одной группе людей, а она будет интересна как можно больше группе людей. Она действительно, вот нас, что называется, на злобу дня. Информация должна подаваться, если это новость, оперативно, потому что новость в холодильник не положишь, правда? Она до завтрашнего дня, она уже все, да. А сейчас во время интернета у нас ежесекундно меняется информация, новость поступает. Каждую минуту, вот мне посчастливилось в своей жизни быть в двух мировых агентствах Reuters и Associated Press. Там каждую секунду появляется новость. Огромнейшее количество дел, откуда звонят со всех регионов, со всего мира, и поступают новости. Они получают новости из 110 стран мира, а распространяют их 130 стран мира. Вы можете себе представить огромнейшее количество. Я первый раз, когда увидела два монитора перед журналистом, на одном он что-то вычитывает, на другом пишет, тут же мгновенно распространяет, несколько телефонов и все прочее. Это мобильная, сложная обработка до 500 текстов в сутки. Что это предполагает? Точность, достоверность информации, исчерпываемость, полнота. Они столкнулись и поговорили с профессиональными журналистами, гражданские журналисты. По всему миру зародился новый предмет, который преподают в школе. Называется он медиаграмотность, медиаобразование. Гражданские журналисты сейчас нам сказали упрек журналистам, что вы не в теме. А журналисты очень хорошо знают, что журналист, знаете, есть такая поговорка, журналист знает все понемногу и немного обо всем. Это значит, что мы информацию, которую распространили вы, мы еще проверили в 3-4 источниках. И только после этого мы ее выдаем. Мы не можем дать новость, если мы даже и даем эту новость со ссылкой на одного человека. Это значит, что мы ее уже в 3 других источниках, мы ее подтвердили и проверили. Если эти слова, которые были нам сказаны ньюсмейкером, не соответствуют действительности, мы пишем вторую новость, в которой подаем другую точку зрения. А если это один общий материал, то задача журналиста подать несколько точек зрения разных. И в отличие, чем профессиональные журналисты безумно завидуют вам, негражданским журналистам, тем, что согласно стандартам профессии журналистики, мы не имеем права высказать свою точку зрения. Твоя журналистка и быть не должно и не может. Ни в новостях, категорически нет. Вы знаете, мне, например, посчастливилось, я когда сдавала кандидатскую, и минимум экзамен диссертации. Так вот, мне на английский язык при сдаче экзамена попался в руки потрясающий документ, мне вот Олег Степанович Хаминов подарил вот так книжечку, а это были правила профессии, считается идеалом вообще на сегодняшний день, корпорация CBC в Канаде. И вот у них на одной стороне были прописаны профессиональные стандарты и рядышком этические. То, что приемлемо для данной корпорации. Так вот, я для себя там прочла, что если журналист освещает политические события во время выборов, он не должен быть сторонником ни одной партии, и его родственники там не имеют права работать. Профессии – это остаться в стороне, когда внутри там у тебя все кипит. Ты должен этот огонь полностью у себя погасить
и постараться дать мнение других. Вы же сами, когда смотрите телевизор или читаете газету и чувствуете, что вам навязывается чья-то точка зрения, даже самим же журналистам, да? Вас это что делает? Вы тогда пишете вот эти вот слова. Под контролем. Зависимость. Понимаете? Вот это самое главное, да? Ведь не зря журналисты в течение всего года, украинские журналисты, участвовали в акции «Стоп-цензуре». Да? Когда владельцы и так далее пытаются что-либо сказать. У нас уже много идет разговоров о том, о необходимости создания гражданского телевидения, например, в Польше создали. И там вы знаете, что платят? Народ платит специальной карточкой для того, чтобы было свое гражданское отдельное телевидение. В некоторых странах мира правительство финансирует создание такого телевидения общественного, где есть доступ ко всему. У нас, к сожалению, на сегодняшний день мы маем, а ты что маем, да? И не от нас это зависит. Но вот то, что уже началось, это стремление профессиональных журналистов и гражданских журналистов один к другому, вот то, что сегодня сказали профессиональные журналисты, самое первое, что они от вас ждут, оперативной информации. В одном издании, кто подлетит, у него уже 50 лет вообще журналистского стажа. И он молодым журналистам говорит, когда вам приносят информацию, говорят, вот у меня эксклюзив, возьми. Журналист, говорит, должен задать себе два вопроса. Первый вопрос, почему эту информацию дают мне? И второй вопрос, почему информацию дали именно мне? Очень правильный вопрос. Или вас используют? Или по пункту. Понимаете, да? Либо вас используют с какой-то целью, лапшу на уши хотят повесить, да, через вас, да? Либо вот вы такой журналист, что вам можно дать, Бог знает что. Конечно. В первую очередь. И если журналисты берут вашу информацию, вас используют как источник информации, это уже означает то, что вы выросли, вы уже стали журналистом. Вы понимаете? Ведь можно получить диплом врача, но не стать врачом. Можно получить диплом журналиста, но не быть журналистом. Для меня было открытием в Штатах, что туда приходят журналистику после 30 лет вообще. У них это идет вторым образованием. У них просто дают технологию обучения, как и я сторонник этого. Потому что журналистика в будущем, вот новостная, она идет гражданская журналистика. Это моя точка зрения, вот мы говорим, что можно высказать свою точку зрения, которая сложилась не просто так. Понимаете, просто профессиональные журналисты ее будут обрабатывать достойным, необходимым образом. Мы будем черпать эту информацию от вас. Вы будете главным источником информации. Аналитическая журналистика перейдет к экспертам. Вот то, что вы говорите, журналист вот сегодня уходит в специализацию. Специализированная человек от и до разбирается в этой теме, либо привлекает экспертов. У нас вот сегодня, у нас сейчас идет тренинг, а у нас гостиница «Москва» презентует последнее социологическое исследование. Проанализировали все наши СМИ центральные, Украины, и крымские в том числе, отдельно по регионам. Вот сегодня презентует крымский регион. У нас на сегодняшний день 70% ньюсмейкеры – это наши чиновники и политики.